девочки, шапка Феррари, итальянский тот же, шелковый мужской, и я в ажуре, как всегда. Так, хочу сейчас показать вам интересные находки. Это оригинальная Феррари, она винтажная, потому что у нее такие застежки. Эти Феррари. Такая вот шапка. И еще у меня потрясающая находка. Это мужской шарф. Это 100% шелк и 100% шерсть. Вы знаете, я сначала думала, это хлопок. Это тончайшая шерсть. И вот такой вот шарф. Я нашла, я его однозначно беру. Сегодня он стоит 2,50, да? Угу. Вот такой вот потрясающий просто, мне кажется, шарфик. И итальянский последний вальс. Вот такой шелковый галстук я тоже посмотрела. Его тоже можно рассмотреть в качестве вещи, которую можно продать. Вот про этот шелковый шарф, но это индийское, я ничего, к сожалению, не нашла. И из интересного удалось найти из хлопка Adidas такой кардиган. Накидка с длинным рукавом, вязаный. Очень такая необычная вещь. Просто я не стала на себя мерить, он мне оказался не на мой рост. Очень мне нравится серый цвет, и то, что сзади капюшон, тоже очень интересно. Интересная вещь на самом деле. Как там может быть? Как он? Главное, что он вязаный весь. Конечно, как всегда, я встретила свою любимую Финляндию. Это длинное женское, с тонкого хлопка, финское женское платье. Такое яркое. Это 44-й европейский, то есть хорошего размера. И, конечно, как и Финляндия, это все, как я говорю, если вы видите Финляндию, значит, перед вами однозначного качества. Яркое финское платье, оно здесь с выточками. Вот, его можно, конечно, с жакетом с льняным носить, просто черное, бежевое, белое. И можно действительно играть таким платьем. Мне очень понравилось. Вот такой оно интересный принт имеет, такой полугеометрический, даже можно сказать, где-то геометрический, полугеометрический. Очень хорошая вещь. Присматривайтесь к таким вещам, когда вы их видите. Нашли с Ириной тунику большого размера, понравился очень принт, и она такая, знаете, как марля, только более плотная, и на ней такая вся прямо с потрясающим принтом. Смотрите, какая еще интересная. Так она смотрится. Если просмотреть, видите, какая она. То есть видно, видите, просвечивается все. Интересная вещь. Я думаю, что на лето потрясающие такие вещи смотрятся. Вы знаете, нашла интересное такое. Думала, что это туника, но на самом деле это оказалось платье, голубой цвет. Мне очень нравятся рукава, мне нравится вырез. Все нравится, но я бы вот как бы переделала эту в тунику, чтобы ходить, ну, с брючками, потому что такую длину платья я точно носить не буду. Видите, у него пояс сбоку так красиво. И очень красивая вещь, мне очень нравится цвет, и длина рукава нравится. Очень красиво смотрится. Вот такая интересная вещь. Но, конечно, знаете, как возраст, он не позволяет носить такую длину. Все это, конечно, надо отгладить. Вот такая потрясающая, интересная вещь. И, конечно, сейчас уже близится осень, дождливое время. Нашла дождевик, куртка. Уши выпадают, ребят.
Ладно, смонтируем потом. То есть, вот так. Интересно, вот такая куртка у нее сзади, удлиненный как бы хвостик там. Ну, такой дождевик. Мне немножко короткий рукав. Но, в принципе, бегать можно было бы и взять, накинуть наверх. Джинсы. Очень, кстати, удобный капюшон. Он такой, знаете, который вот именно от дождя, а не от чего-то другого. Вот такая интересная вещь. Наверное, может быть, здесь просто надо отпустить. И тогда она будет по-другому смотреться. Ну, вот такая, да. Видите, вот такая курточка интересная. Сейчас взяла то, что мы вам показывали, туничку. Такая с огурцами. Туничка может быть короткое платье, его можно там как угодно. Но вот для меня, наверное, скорее это туника под какие-то там шортики или еще подо что-то. Мне, кстати, очень нравится рукав. Очень нравится принт. Смотрите, какая. И легкая. Она очень легенькая. Просто очень легенькая. Очень комфортная, очень удобная. Очень. И длина рукава великолепная. Эти бока такие красивые вещи. Пишите ваше мнение. Будет интересно. Конечно, уже уходящее лето и летние вещи не актуальны. Но все же я решила вам показать. Нашла вот такой интересный белый как комбинезон с укороченными брючками в полосочку. Видите, у него сзади, в принципе, оголена спина. То есть это абсолютно такой летний, прям совсем летний вариант. И, возможно, даже это вариант уже не для моего возраста. Но показать эту вам вещь очень захотелось. Я думаю, что она интересная, она сзади вот здесь вот застегивается, то есть, а передняя часть мне очень нравится, как выглядит. И мне нравится, что, конечно, расширенная, что есть карманчики, это всегда очень удобно. Вот такой интересный комбинезон. А, нашла шерстяной свитер за 4 евро, косичка вязка, он свободный, он под горло, белый. Интересная вещь, мне нравится состав. И к нему нашла вот юбку-карандаш на пуговицах. И я скажу честно, я не знаю, насколько сейчас так модно, не модно носить. Но очень такое интересное сочетание. Конечно, другая обувь, понятно. Мы сейчас находимся, кстати, мы в Валмере. Доехали до Валмера, чтобы снять вам юбку-карандаш. Очень интересная. Видите, вот она. Вот так вот смотрится, и что-то в ней есть. И даже вот не знаю, такой, наверное, не очень современный лук, но смотрится. Это мой сын, который помогает. Так, я не знаю, что с этим делать. Сегодня все 4 юбки. Кстати, юбка тоже по составу шерсть мохер на подкладке, и тоже 4 евро стоит. Вот такой свитер. Вот такая юбка. Как говорится, что хочешь, то и делай. Хочешь — бери, хочешь — смотри. Нашла реплику Гуччи. Вот так она. Реплика сделана. Ну, конечно, видите, все неаккуратно, что мы знаем, что неприемлемо. Кофточка типа Гуччи. Нашла платье, оно сделано из тончайшего рюлекса. Просто приталенное, обыкновенный крой, но просто необычный цвет, оно такое очень тоненькое, летнее. Кстати, нашел его мой сын, помогает маме. Вот оно вот такого плана платьице. То есть, видите, оно все очень тоненько, очень-очень все прямо подчеркивает. Все, что у тебя, как говорится, есть. Я сейчас не знаю, буду думать, хочу ли я его. Но что-то в нем есть очень интересное. Длина, но оно, видите, подчеркивает все недостатки, скажем так. И, в общем, смотрите, оценивайте. Очень красивый цвет, оно хоть и рюлекс, но оно не броское, очень приятное к телу. Обычно рюлекс все-таки другой. На это платье надела, нашла китайский
китайскую куртку, жакет, она такая толстая, двухсторонняя, что мне нравится. Конечно, это не шелк, это синтетика. Так она интересно смотрится. Здесь, ну, в общем, традиционная такая китайская вещь. По размеру она села хорошо, то есть не маленькая, не большая. Единственное, не хватает немножко длины рукава. Интересная вещь. Давайте перевернем на другую сторону, посмотрим, как она будет на другой стороне смотреться. И этот же жакет на другую сторону, уже сделаны коричневые пуговички. Видите? То есть двухсторонняя. Интересная вещь. Сегодня она стоит 4 евро. Цвет такой шоколадный, темный шоколад. Что-то в этом есть в жакете. Но короткие рукава. А сейчас немножко кадров из нашего Рижского ботанического сада, который я посетила вместе с сыном. И покажу что-то интересное вам, какие-то интересные кадры. Интересно, если вы когда-либо будете в Риге, обязательно посетите Рижский ботанический сад, потому что это, тут есть что посмотреть, особенно в летнее время. Можно почитать названия интересных растений. В ботаническом саду представлены очень красивые виды бабочек. Они изумительно большие, практически больше, чем при раскрытии полностью крыльев, больше, чем в половину моей ладошки. Они там просто летают, и если вам повезет, бабочка может сесть вам на руку или на плечо, что очень часто бывает. Это смотрится очень мило, и такие кадры, как правило, приводят нас в восторг. То есть, знаете, такой маленький мир. Вот такая красавица. Да, зайка, она, к сожалению, видимо, погибает. Я сейчас ее хочу просто убрать с дороги. Посмотри, там даже рыбы есть. Так, давай я тебя... Мама, посмотри, там точно есть рыба. Вот так. Смотри, тут рыба. Ух ты! Здесь эти карпы живут. Красавцы-то какие! Посмотри. Да, я уже видела, они там подплывали. Где-то под мостом были. Красиво как, да? Да. Настоящие рыбки. Настоящие, видишь? Оно здесь еще увеличилось, снимает. Боже мой, я бы хотела такую рыбу. Настоящий, это самое, тропический сад, правда? Экзотические рыбы, большие экзотические бабочки. О, просто посмотри, летает. Летает, летает, да. Боже мой, я бы хотела вот эту взять какую-то. Да, красивый карп, красный очень красивый карп. И желтый тоже красавец. Мы сейчас отдыхаем с Ирой и с моим сыном. Ой-ой-ой, на тропе, по которой ходить босиком. В общем, Ира халтурщица. Она шишки не пошла. Стекло, вот я сейчас иду по стеклу, не пошла. Ира у нас халтурщица. Кстати, ребенку надо отдать должное. Слушайте, больно просто. Я вообще вам просто не могу объяснить, как это тут идти. Так, я вот сижу сейчас думаю, стоит ли мне проходить шишки. Вот, смотрите, что она делает. Она по опилкам 5 раз обратно. Ты по шишкам раз пройти. Вы знаете, я могу сказать, летом ты по скошенной траве в детстве бегала босиком. Сейчас пройти даже вот по этим шишкам, это очень, очень, очень... Ты уже прошел, ты вообще замечательный ребенок. Мы, как говорится, в отличие от тебя, халтурщики. Вот. В общем, мы сейчас отдыхаем. Тут большой парк, находится он в Алмере. Вот, мы для вас сняли примерки с Валмира и сейчас идем успешно отдыхать. Ира пытается всеми путями халтурить. Ирка, ты халтурщик, самый настоящий. Зато позитивный, заметьте. Это я тебя там. Я говорю, что ты позитивный халтурщик. Позитив. Я уже прошу, самый первый. Ты самый первый. Ну все, ребят, пошли дальше. Папе, ну-ка пожелай. Это я твой обитает. Когда вы смотрите, наверное, ну, в одну на класс. Это я иду в мутсаку, когда
Да, кому-то. Я ел, и мама-то не варилась. Ну, мама не влезет, у мамы даже попа туда не влезет. Ты не варилась, если только голова с плечами. Бетну, каукес, прады. Работа не разок, чтобы зарабатывать, что я муца. Он с нашим комнатом стоит, тебе каука дует. Бургер. Ну, каукен, я уем каука арабус так. Это парадышка, сидишь, выйдешь, стоит, а во, уезжу ара. Главное же смотри снизу есть. Поймать его? Не. Ирина Батьковна, прошу тебя вперед на это самое полосу препятствий. Опа, смотрите, как мы классно отдыхаем. Слушайте, у меня что-то ноги скользят. Ну что я вам могу сказать, наши уважаемые зрители? Видите, когда маленький ребенок, то мы развлекаемся не только секонд-хендами, а помимо секонд-хендов еще стараемся летом и отдыхать. Поэтому так и получилось, что совместили поездку в секонд-хенд в Алмеру и отдых. Ириш, ты так по песочку, прям как Пава проплыла, чтобы ты по всем так ходила, дистанциям. Очень интересно, будете в Латвии, особенно если с детками, обязательно. У нас таких, кстати, троп достаточно много в Латвии, и по ним ходить очень интересно. Смотрите, что творится. Ира сейчас пытается... Пока он тут перегуляется. Давай.